have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Доброго времени суток. Всем доброго времени суток. Да, поехали мы сегодня в Зоо Самурай. Так это называется. Мы здесь уже один раз были. Я единственное, что помню об этой игре, что мне она понравилась. Тут атмосфера классная. И с кем-то я разговаривал в комментах насчет нее. Но я уже не помню, чем эти разговоры закончились. Сегодня с нами профессиональный проводник, он же Slug, который потратил в этой игре 500 миллионов жизней, который знает здесь абсолютно любой пиксель, сможет нам рассказать по запаху все, что происходит вокруг. Давай, я слушаю. Да, именно так. Все, что я могу сказать, то, что нужно идти сюда. Там написано «Молитесь». «Play». А я там был уже. Да. Итак, водопады. Так. Сейчас я вас соберу в команду всех. Как? Да, это боевая зона, оказывается. 4. Меня убили. Так. Да, хочу. Приглашение принимайте, пожалуйста, люди. Я, возможно, не принял. Я косой. Возможно, я вижу только 3 человек сейчас. Себя, я адмирала. В блоке стоял, но почему-то стоп. Блок тоже пробивается. Ладно, я пытался прошу. Сейчас. Тихо. Я, извиняюсь, спросить. Я вам вроде приглашение отправил, а вы что-то это... Я нажал. Откуда у них лазерные мечи? Как мне поворачиваться без блока? Кто-нибудь может сказать? Как убрать блок? Он меня бесит. Так, я нажал на зеленую. Так отлично. Это делается? Есть? Да. Есть, ура. Давай, пика. Я в тебе верю, ты сможешь. Что, вилка? О, я вижу зеленых человечков, только вас поубивали. Что тут происходит? Тут всех убивают, это нормально, в принципе. Это нечестно. Я, значит, вилкой натыкивал людей, тут меня взяли и убили. Пика, пожалуйста, я тебя умоляю. О! Нажми, вот, я нажимаю! Friendly Fire я есть? Я нажимаю! Friendly Fire есть, но мы в команде, у нас 3 жизни. Ну, если по друг другу бить. Я понял, хорошо. Грубо говоря. Ой, вот я тебя вижу. Как бегать? Shift, убираешь оружие и shift. Так, пика. Я упал. Ты все еще не у нас в команде, почему? Брэд, спаси. О, я не знаю. Так. Что с ним так делать? Кого стоит. Спасать? Вижу, иду. Ты посмотри на мою вилку, просто я крутой. Вилка, бро. Ты крутой. Я тоже. Пика. Я его убил. Спасибо. Пика, что за хрень? Второго убил. Чё? Пика, объясни, что за хрень, почему вот. Ты не заходишь к нам. Зеленая кнопочка. Первым, правильно. Пика бунтарь. Пика решил, что ему без нас будет лучше. Стоп! Да ладно, открыли! Что открыли? Я ж вчера заходил, этого не было. А, в смысле? Вот этот появилась для сражений зона. Вот. Ай! Тут. Чувак меня грохнул. Этого раньше не было. Я это уже спрашивал. Кто-то был бы внимательным, то мог бы это услышать. Я нажал зеленую! Свижу! Я наконец-то вижу, что мы все впятером в одной команде. Хорошо, хотя бы это случилось. У меня вилка. А как ты наверх попал? Да хватит уже про эту вилку твою говорить. Хорошо. Ложка! Привет, друг! Мы же друг! Так, пора хвастаться звуком. Надо кого-нибудь убить. Вот, тут люди друг друга мочат. А, это пика, сорян. Оп, тут заспаунился. Сорян. Оцените сейчас звук убийства. Ай, меня по башке стукнуло. Я тоже замахнулся, фигли. Ладно. Нет, это я замахнулся. Короче, фишка была в том, в прошлый это раз, это твой звук был слаб? Да. Ау. Нравится? О, привет. Круто. Не ага. Лучший звук, который можно было получить. А, нет, я могу любой звук поставить. Блокировать удар, если это возможно. Правая кнопка. Ну как любой, который не забанен в этом режиме.
На звук вообще мне очень понравился, на самом деле. Ты, тебе так понравилось звуканье, что... Ну, понятно. Я не помню, почему я остался с полуармом. Вроде он медленнее, но дальше... Так, все, хватит. Мне все надоело, я пошел за ножом. Так, это мирное место, да, где никто никого не убивает? А, еще, кстати, если хотите включить хитбоксу... Ух. В настройках можно включить хитбокс ударов. Послушайте. Ну? В настройках можно включить хитбокс ударов. Это как? Чтобы понимать, как ты, куда ты бьешь и как. Меня вот так, этот, открываешь на стрелочку, такой... настройки, и тут этот... Никто не хочет нормального играть. Ой, я кровь отключу. Highlighting и details. Тут шоу хитбокс. Да, вот оно, вижу. А, все. Я поставил. Попробуйте ударить, вы увидите, куда вы бьете. Сейчас, камера бобинг. В общем, здесь, пока ты не окажешься в мирной зоне, ты не в безопасности. Никогда просто. В принципе. Шоу хитбокс. Нормально, что у меня бессмертие закончилось раньше, чем я достал оружие. Удар. Тебя умер. Ай. Да, это нормально. Умирать это нормально. Ага. И не нравится, что нельзя бегать. Самое главное минус. Так, пушку убери из рук. Я же... извините, я ему вообще урона не нанес какому-то чуваку. Так. Как что-то купить? Спасибо, адмирал. Вот это... Оружие. Ой, корень. Да, 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 да. Это мое. Я понял. Так, пожалуйста, Фрум. Не надо. У тебя танта? Выключить? Я просто проверил. Сорян, Фрум. Что, где? А, ладно. На тебе урон. На мне попробуй. Тань, я думаю, как быстро здесь хп-шка регенится, сейчас посмотрим. Медленно. Очень. Оставь ты просто умереть. Мне помоги. Да, примерно так. Я хочу на Динато. Ничего себе. Как оружие поменять? Ничего себе, я тут уже третьего зарезал. Ой, какой плохой человек, поставил плохой звук себе на этот на смерть. Очень громкий. Что там за звук? Очень громкий. Я не понял даже, что за звук, но очень громкий. Это бас-буст. Это крутая игра. Я не понял. Как это поменять? Как на меч поменять, да? Нужен этот тотем меча. Какой тотем меч? Блокировать удар. На правую кнопку блок ставить. А. Поворачивать на колесо. Поворачивать что? Камеру. Ой, это полезно. Я как раз спрашивал, как поворачивать без блока. Не, я не понял, как... Колесо нажми. Я понял, нажать на колесо, все. Да, не крутить. Ой, я нашел статую. Где? Я поменял оружие! Я победил чувака. Сказал, что тут Фури делает, а я его зарезал. Правильно сделал. Ба. Я хочу вот эту толстую. Где ого, она? Ого. Что это за кунай? Нет, тихо, больно. В ноге. Нали за ним. А. Что это? Что это чувак? Это плохой человек, он очень плохой. Ой. За Дарксайд? Ау. Да, он очень плохой. Он очень круто дерется. Но очень мощный. Так. Да. Так, я понял, как против него сражаться, все. Флаг, а ты случайно не знаешь, где вот эта дубина огромная? Дубина знаю. Чтоб один раз стукнуть, он так больше вот, не дубина, встал. Дубина, меч, я бы все-таки. Дубина вон бы. Стоит. Дубина вот, у вулкана дубина. О, спасибо. Ты можно взять? Скин на дубину хочу посмотреть. Давайте, похоже, какой... посмотрим, как. Как тебе дубина? Ай! Ай! Это у него дубина? Э-э-э. Так. Отдубать. Какая дальность?
А, я могу ее поменять, я, может, не хочу с ней. Я двоих подряд убью. Нужно найти тотем другого оружия, тогда ты сможешь поменять. Мне тут нравится вот эта длинная палка и дубина. Мне нравится нож. Мне сколько вообще палка. Здесь видов оружия? Четыре. А, четыре? А, нож еще, да. А, понял. А где нож? Нож в земле. Ну, под землей. Катана, кстати. Я хочу с катаной поиграть. Вот, у тебя крутая. Вот это возьми. Вот эта штука хорошо. Вот это хорошая. Я хочу быстрое оружие. Где меч взять? Напомню. Она быстро будет. Она у водопада. Фрум. Блин, как понять, где? Куда она бежит? Девочка, иди сюда. Убер. Чтоб ты убер. Ты хоть понял, что ты сейчас сказал? Насчет чего? Девочка, иди сюда. Фрум, вот туда надо бежать. Ага, там кто-то писал один на один, а я его убил. Ава. Ты его один убил? Меня сзади прибил. Ну да. А на меня трое напали. О, большое спасибо. Вот. Опа. Я не знаю, почему я на полармии остановился. Ты английскую нажми на месте стоя. Ну, вместе с катаной в руках. Ну-ка. В чем прикол F нажимать? А, на урон наносит. А, это стойка? Стойка с оружием, да. Так какая? У каждого оружия своя есть. Прикольно, на Т английскую спасибо. Нажать, если. Угу. Ну, с оружием в руках стоя на месте. Угу, угу. О! Это интересно. Я как этот. White Spirit. А кто это? White Spirit? Ты как раз творитель? Из Доты. Из Доты. Я знаю только White Spirit. Ну, минуточку. Кто те люди, которые на Spirit говорят Spirit? Я Void Spirit. Я Jetro. Хватит, Пика, зачем? За что? Что ты сделал? Пам! По стенкам бегают. Бог и не присоединился. Нет, дубина круче. Жестко. Катана круче. Блин, меня вот бесит то, что ты пнул человека, у него нет блока, он сразу назад отходит. Не отходи. Играй честно. Ой, да. Дай мне тебя убить, не отходи. Блин, замахивается эта палка долго. Да, я поэтому и сказал, что типа медленное оружие, оно... У медленных пушек очень огромный хитбокс. Это понятно. Спасибо. Вот у моей вилки, у неё хитбокс просто очень большой. Количество слова вилка за сегодняшний день зашкаливает просто. Ложка. Вилочная серия. Минусова. А как ты погрузился, Фрум? Как-то так получилось. Я кого-то грохнул. Дарксайд вообще плохой какой-то. Вилка! Я умер от вилки. А, я убил, кстати, да. Меня. Я не знаю, как с ним вообще сражаться можно. Как расскажите таким человеком? Чувак, он очень плохой. Мне он не нравится, он токсичный очень. Да, плохой, ужасный просто. Не бойся ножа, а я его убил. Бойся ложки, один удар и нет полбошки. Черт. У меня после Дарксайда ХП нету, помогите. Ой, я чувака победил один на один. Я троих завалил. Надо научиться вовремя блоки ставить. У меня это моя проблема, то что. Ой, я не. Спасибо, что спасли. Погнали. Что такое блок? Вместе против Дарксайда. Мне он надоел. Это моя. Я смог Дарксайда убить, но я почти умер сам. Да где вулкан? Я троих заводил, а меня в конце завалил Дарксайд. Фига себе, оно идет сюда, оно идет сюда. Дарксайд, где он? Ну да, пойдем вместе. Я слышал ваши смерти. Индюк, блин. Так, меня интересует здесь только Дарксайд. Я убил его, но я Дарксайда больше нет. Больше меня здесь никто не интересует. Достойная битва для шесть веками. Убей! Давай! Уху, ты это сделал. Я нашел Дарксайд. Ты, может, и не сделал, но ты смог. Ом, ты с чем ходишь? Я взял катану. Оп, я кого-то подосрал. Слак, отведи меня к вулкану, я потерялся. Я хочу дубину, я не могу ее найти. Это нечестно. Чувак просто сидит и пожидает, когда ты поставишь блок. Да, ну так, минуточку, это не то, как ты играешь в Dark Souls. Так
я в Dark Souls даже никогда блок не ставил. Блоки для... Для слабого. Блоки-плоки. Я убил слага. Чувак с вилкой просто. Я Это последовательность событий. Слаг, отведи меня к этому, я не могу найти. О, я убил слага. Но он стоит что-то. Я решил его грохнуть. Убить АФКшника — это великий грех. Чуваки кинутся против меня, что? Это ничего. Нет, он танцевал. О, минус 3. Ну ладно, минус 2.5. Это мой килл был. Тут есть какая-то прокачка? Нет, ты просто... вот твой палец на твоей мышке, вот твоя прокачка. Как в настоящем Секиро. Никаких левелов. Пещера. Ой, мы чуваку машемся уже, блин. Я понял, как убивать демонов. Ой, я победил. Нет, Дарксайд за мной пришел. Прям передо мной заспавился Дарксайд. Это печально. Дарксайда, просто не ставьте блок, и все хорошо. Он на изи убивается. Он сам ставит блоки, он выискивает момент, когда ударить. Он хорошо дерется, не надо. Да нет, он нифига не ставит блоки. Я сейчас убил его уже два раза. Ай. Просто на том, что я блоки не ставлю. Я нашел, конечно. Я такой иду из горы, просто чьи-то кишки прилетают. Защита Дарксайда. Ну как, если меня Дарксайд... О, фиолетовый скин на этот, на копье. Вот он, Дарксайдус. А, у него, кстати, такой же скин, по-моему, на дубину, как я у меня. Заблочил. Я прям видел, как живой? У меня был блок. Он сквозь блок пробил, как. Где Дарксайд? Жив, цел. Мертв. Так, все, наконец-то мы собрались вместе. Ау. Так. Можно не умирать, пожалуйста? Эй! Она не заслуживает. Пасть, Дарксайд! Я пока пытался в тебя не попасть, она убила и тебя, и меня. Так ну классно. Ты нас отключен. Не отключен. Урон полностью не отключен. Полностью не отключен, видишь? Он есть, но не. Он есть, но поменьше. Ты же не будешь всех убивать направо и налево просто одним кликом, так. Минус Дарксайд, да. Опа, опа, опа. А, это ты. Сори. Сори. Сова! Я просто не замечаю, начинаю. Я не знаю, блин, как это. У меня палка, я не умею драться. Палка, копалка. Балка мне тоже очень понравилась. Мне очень понравилось. Она что-то длинная. Поларм прикольный, но... Вы чё, палка имбовая? Она медленная. А хитбокс-то какой? Пика, убей СМИ. Катана — это как катана в Elden Ring. Кстати, да, только без кровотечения. Я только что убил Дарксайда и всех чуваков, которые на топе. Я крутой. Ладно, прикрой меня, я квест заберу. Давай. А, надо квест собрать. А. Точно, он есть квесты? Квесты. Да. Блин, мне очень нужны деньги. Я выполнил уже какой-то. Ну, это у вас есть квесты, у меня нет. Она назад это я видел просто как два шага назад. Я напугалась. Уже 20 человек видел. Фрум, ударь в колокол, иди. Так, я тогда тоже квесты позабираю, но его нафиг. Допустим. А, вернуться в сейф. А как мне вернуться в сейф-зон? Кнопочка такая есть. Молильня, так... Молильня нужно найти на карту. Нет, на карту. Есть кнопочка, с помощью которой можно взять и пойти на зону. Она выглядит. Прочитай молитву. Можно на зону, я не надо. Хочу, пожалуй. Вот, ой. Я у нее. Я у нее. Я у этой молитвы. Лиль. Не... Так, хорошо. И, сейчас, где тут квесты забирать? Тут такие скины дорогие. Вот, 80 йен. А, я только вот, я отомщу за тебя. За мной бежит человек в надежде меня убить. У всех нас когда-то были надежды. Единственное сейчас, кто представляет для меня угрозу, это сова. Это я. Сова, кстати, да, я пару раз его убивал, пару раз он меня убивал. Сова меня вообще не убивала. Я только ее убивал и все. Все, я убегаю. Все, отстаньте от меня все. Я убегаю. Фу, раннер. Ты сейчас будешь паровозить мобов? Почему у меня урон не проходит? Может, ты холостыми бьешь? Я чувака пинком убил. Холостыми так, мечами? Да, пинул. Вопрос. А как его использовать? Холостой меч? Не, пинок. Пинок? Да ну, блин, Дарксайд, душнило. Он больно бьет? Очень. Смертельно.
почему? Смертельный пинок под зад. Мне блин, по-моему, что? Это гениальный зад для серии. Нога отчаяния. Мне разбили блок, ой, какой скин красивый выпал. Эта игра, она очень нелагодная, никаких багов, очень люблю. Вообще ни разу. Слушайте, вы где? Давайте соберемся, я хочу вам крутую штуку показать. Я вас всех убью одной комнатой. Нет, нет, нет. Я никого убивать не буду, честное я слово. Я устал, не убивайте меня, дайте пожить. Хорошо. Сова, отстань. Меня опять It's Me убил. Чё-то It's Me, Mario. О, привет. Погоди. О, давай я сейчас по-первому убью его. Блин, мы, по-моему, друг другу наваляли. Короче, только что и смотри. Все. Не двигайся, стой. Да еще и Дарксайд пришел, ну ёшкин кот, ну отстаньтесь от меня. Двигайся. Сова, а Дарксайд, что за сборище отбросов? Вот такие души. Пытался хоть что-то прикольное сделать, а в итоге... А где вы все? В какой зоне? На том свете все. Видимо, да. Кладбище. На самом деле тут сейф-зона, только когда сейф-зона. А вот так вот просто по карте находиться... Зачем делали вот это место с прыжком? Мне не нравится. Тут же можно упасть. Можно. Потому что нужно бежать без оружия. Короче, не двигайся, я хочу крутую штуку. А потом тебя тут на другом краю встретят с оружием. Ну это же не круто. Ой, какой звук хороший. Мне он так нравится. Меня сова с Дарксайдом убили. О, сейчас. Что это? Бей сову. Почему это так работает? Когда я спаунюсь, и у меня неуязвимость, то она заканчивается быстрее. Сейчас. Ай, просто забейте. Спасибо. Почему ты в костюме нуба? Я шел в костюме нуба, почему? Это на пушке. После смерти. Да, это нормально. Тут такое есть, это от некоторых скинов. Я тоже только что. Я тоже в минуточку, это возможно, потому что нас слишком много убивают. Кстати, хорошее предположение. Блин, реально, если тебя просто мочат направо и налево, тебя просто одевают в костюм нуба, пока ты не исправишь положение. Мне терять нечего. Так, погоди. Это просто эпично. Давай сделаем башню из нубов. Блин, меня догнал Дарксайд. Ну, я опять Дарксайд. Хорош. Тихо. Пизи. Дрейк убивай. Боло. Она у меня стояла на месте. Какой-то чувак в катку приходит, начинает убивать направо и налево. Я таких ненавижу. О, мне скин вернули. Дарксайд. Спасибо. Пика, я тебя... Просто обожаю. Я мышка, блин, соскользнула. Я Дарксайда грохнул. Ой, Фрум, привет. Пика, чё ты? Мегакот присоединился. Я Пика, я тебя просто обожаю. Ты меня отрубил ногу, спасибо огромное. Ты чё, ноги можно отрубать? Мегакот. Да. Пришей обратно. Ай, нафига? Легко сказать, легко сделать. Так, ребят, предлагаю вернуться в сейф-зону. Да. Давай. И конец заснять? Отвергаю. Отвергни современность, примкни к первобытности. Кому? Короче, кстати, хорошо. Это день, мы начинали ночью. Огумёт. Я наконец-таки могу это... Там в чате пишут... А почему тут фонтан с нефтью? Слаг. Давайте прыгнуть туда. Вот. Слаг что? А, слаг магиот. Слаг, прочитай чат. Слаг магиот. Да, я видел. Я умею играть, типа, да. Крутой. Уху. Ладно, ребятушки, тогда, я думаю, вот такие у нас сегодня получились побегушки. Сел на голову, прям на шею. Еще немножко свесил. Второй раз мы сюда сегодня приходили. У меня никак вообще не испортилось ощущение от этой игры. Наоборот, прикольно. Да, может немножечко подбампливать, если тебя спаун кемпят, но... В принципе, тут свое веселье, свое очарование есть. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, попра, всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.